HY3003D3. Это трехканальный источник питания, предназначенный для питания высокостабильным напряжением различных электронных приборов и схем в стадии разработки, проектирования или опытного образца. Из трех каналов два независимых с возможностью регулировки напряжения в диапазоне от 0 до 30 вольт и тока в диапазоне от 0 до 3 ампер. Один канал нерегулируемый с выходом напряжения 5 вольт и максимальным током нагрузки 3 ампера. Для регулировки напряжения или тока ограничения используются регуляторы по 2 на каждый канал. Значения напряжения и тока отображаются с помощью жидкокристаллических дисплеев с яркой подсветкой. Для подключения проводников к блоку питания можно использовать как проводники с клеммами, так и вовсе без них. В центре блока питания расположены две кнопки управления. С помощью этих кнопок можно управлять режимами работы двух регулируемых выходов. Это может быть режим параллельного или последовательного канала, или режим повторения. Чтобы начать работать с блоком питания, необходимо вначале все регулировки выкрутить до минимальных значений, выставить на ноль. Далее подсоединяем с помощью проводников нагрузку и включаем блок питания кнопкой Power. Ручками регулировки напряжения и тока устанавливаем необходимое значение напряжения и тока. При этом индикатор тока будет показывать величину потребляемого тока нагрузки. Блок питания MustEdge HY3003D3 – это высокостабильный, многофункциональный блок питания, который пригодится всем, кто занимается проектированием, ремонтом и обслуживанием различного электронного оборудования.